This is Yoga Talk, a special Yoga Talk. Today, я хочу на русском. Сегодняшний Yoga Talk – это про, если ты будешь что-то делать, тогда ты можешь делать это хорошо. И если делаешь что-то хорошо, тогда ты даже можешь делать это лучше. Я недавно говорил на Yoga Talk такая фраза. Если что-то стоит делать, тогда она стоит делать плохо. Потому что без делать плохо, без провала мы не можем развиваться. Но сегодняшний Yoga Talk, он совершенно другой. Когда я жил в Сидни, в Австралии, и когда я там жил, это был такой интересный момент, это был teacher's course. Ноа Мазей, мой учитель из Америки, приехал, чтобы давать teacher's course. Я ему помогал, и я типа был как его шаперон, когда он был в Сидни из Америки. Он сказал, я хочу на Бикрам йогу, горячая йога. Я был как класс, мне нужно начинать открывать горячий йога зал в России. Давай, пойдем. И было так круто посмотреть, как мы были в первом ряду, ногу стоял, руки до тела, всегда глаза на зеркало. Если ты можешь сделать что-то хорошо, то можешь сделать ее лучше. И Ноа каждый момент, он был наставник, и это было неожиданно. Он смотрел, не пил воду, он делал все как-то, ну, прямо как нужно делать. Не тратил больше энергии, чем нужно было. Но когда нужно было растягиваться, удлиняться, он растягивался и удлинялся. И это было так круто, потому что он был очень экономический с его затраты движения, и это было просто и хорошо. Если ты можешь сделать что-то хорошо, ты можешь сделать что-то лучше. Людей, с кем ты общаешься, ну эти 5 людей, с кем ты тратишь большинство твое время, это твои боги-богини. Наверное, вы слышали это раньше, но как-то те, кто окружают, они влияют. Но это не только людей, но это особенно людей. Но это книги, что вы читаете, или это что вы читаете онлайн. То, что мы употребляем, это что мы отражаем. Это как наш ум работает. Это то, кто окружает нас. Информация, медиа, как-то инстаграмчики, все эти как-то новости, что мы употребляем, это что мы выражаем, отражаем. И что я имею в виду, это как наша мантра, Ом Намах Шивая. Это как наша мантра, повторяя, Ом Намах Шивая. Но твоя мантра может быть также Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Это песня, что переиграет и переиграет, и петляющая, ты не можешь перестать думать. Поэтому то, кто тебя окружает, это становится твои боги и богини, твоя молитва. Это как наш ум тренируется. Вы понимаете, что если вы читаете эти новости, или если вы как-то продолжаете смотреть на эти попчики, на ваши инстаграмчики, это как ваш ум начинается понимать себя. И он начинает думать, что если я не такой, я не стою. И когда мы думаем, что я не стою, или когда нам страшно, или мы не понимаем, что будет завтра, потому что мы читали, и кто мы, или с кем, или кто окружали нас, наш фронтальный кортекс идет в травму, она выключается, и наше внимание идет сюда, наше рептилиан мозг, ну как-то прямо из задней части, и она строена, чтобы мы пережили момент, чтобы мы убежали от того, что опасно. Ничего не опасно здесь, ты просто читаешь, как будто бы тебе опасно, ты просто слушаешь, ощущаешь, как будто бы тебе опасно, и это начинается быть твоя мантра, аккуратность твоя мантра, потому что наш мозг, он может быть неосознанно, если мы не начинаем строить вокруг нас красота. Дыхание появляется, вдохновение появляется, потому что что вдохновение, кроме чем вдох внутри себя. Если ты можешь что-то делать, делай это хорошо, потому что если ты можешь делать что-то хорошо, можешь делать это лучше. Ты заметили хоккейный судитель? Есть такие полосы на их одежда, и они с, как называется, whistle, как-то и как-то останавливают, как людей, как хоккеисты играют. Вы заметили их?
Нет, потому что если ты можешь сделать что-то хорошо, ты можешь сделать что-то даже лучше. И есть такие работы, есть такие моменты в жизни, когда ты делаешь что-то настолько хорошо, что это даже не заметно. Нам нужно игнорировать вдохновение. Угу. Ну потому что если мы всегда ждем вдохновения, мы ждем, что кто-то пришел в гости. Мы не знаем, если есть пробка, мы не знаем, если не опоздаем, мы не знаем, если они будут вовремя, если они даже придут. Мы не можем контролировать вдохновение, но что мы можем контролировать, это постоянство. Когда постоянство, ваша morning routine, ваш ритуал. Когда постоянство появляется, тогда вы можете доверять, что вы можете делать что-то лучше. Потому что если вы делаете это каждый день, тогда ну, вы будете делать это хорошо. И если вы можете делать что-то хорошо, тогда вы можете делать это лучше. Но не забывайте, не забывайте. Потому что самый огромный приз для этого все, что если что-то стоит делать это плохо. Даже если ты делаешь это постоянно. Потому что через постоянство ты начинаешь улучшать. Значит, если ты можешь сделать что-то постоянно, тогда ты можешь сделать что-то хорошо. И если ты можешь сделать что-то хорошо, тогда ты можешь сделать это лучше. Добавляй смысл. Смысл и так уже записан.